Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дони, а также Димка. Мы находимся в GTA 5, и это у нас шоу «Спуск с горы без тормозов». Здорово, ребята! Итак, друзья, сегодня мы прибыли с Диманом записывать для вас шоу по спуску с горы без тормозов. И сегодня у нас намечается нереально крутой ролик по спуску. Если вкратце о правилах. У нас есть гора, которая, ребят, просто очень такая крутая, мощная, заряженная. И в конце этой горы у нас есть прыжок. И сегодня мы с Диманом будем на крутых тачках прыгать через всю карту GTA 5. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Итак, Димка, под самое начало мы с тобой делаем по одной рандомной тачке. У тебя это Porsche, а у меня это пока GTA-шная. О, нормальная выпала мне, хорошенькая Ламба. Ну что, мы готовы, Porsche и Ламба. Посмотрим, кто полетит дальше. Мы разгоняемся. Желаю тебе удачи. Я разгоняюсь. О, хорошая ламба под самое начало, ребята. Да, реально. Сколько? 1700, бро, я полетел. По факту верно. Это очень неплохо. Опять-таки, ребята. 670. Есть такое правило, что если мы падаем в воду, то есть мы падаем в реку, в озеро, в океан, это просто плюс 1 балл, потому что попасть реально непросто, либо это очень, типа, крутая тачка, которая перелетает всю карту, либо это разные маленькие озера, но вот, ребята, еще есть огромное озеро в Сэнди, но попасть в него тоже получается не каждый раз. Я вот, скорее всего, сейчас перелетаю, скорее всего. Вот, поэтому также есть экстра баллы. Экстра балл — это машина, которая улетела дальше всех за все раунды. Я долетел до кубов. До кубов, да, я понял тебя. А я, короче, с горы бы мне как-то сейчас ехать. Короче, смотрите, в этой рубрике нельзя прожимать ни газ, ни тормоз после прыжка, но можно рулем крутить, поэтому крутим рулем. Крутим рулем, но я, ребят, не доеду, нет, к сожалению. Спуск был, потом подъем, мне все испортил. Почти повезло. Да, просто мне один балл, смотрим, пока мы за Димкой, а Димка запарковался у нас около кубов. Да, я понял, идем дальше. Окей, продолжаем. Итак, делай себе, Димка, прямо сейчас две машины, я делаю себе три машины, потому что победивший имеет право сделать себе по две тачки. Псевдоурус. По три тачки победивший. И Гольф R. А, смотри, Гольф оставляешь или меняешь? Он кривой, поэтому по желанию. Он кривой. Ну и меня. Давай меня, и это... Да, я понял, ладно. У меня три тачки, поехали. Ford Ranger. Это отлично. BMW. Это вроде Next M называется. И вот так вот еще Skyline. Так, значит, Ford 130, BMW 170, 170. Давайте возьму вот эту вот новую нереально какую-то концепт-кар BMW Next M. Но посмотрим, что она из себя представляет. Короче, братишка, погнали. Давай. Посмотрим. Разгоняемся и let's go. Но максималка, конечно, у меня скорее всего... Быстрее. Это еще электро. Да нет, электро просто. Это электро. 700 разогнал. 960, и я полетел. 750. А, ну, я понял. Короче, полетели, посмотрим, куда же я сейчас упаду, потому что... Ну, я лечу, видимо, плюс-минус на строечку, скорее всего, поэтому летим, и да. Я туда же. Да, я падаю на... туда же, на смысле, на строечку? Нет, где в прошлый раз падал? Кубы. Я понял, да, на кубы. Да. Я запарковался, ребят, на стройке. Смотрим за Димоном. Диман запарковался на крыше, да, около кубов. Это, опять-таки, мой балл. Окей, продолжаем. Итак, делаем новые тачки. Я делаю себе, опять-таки, три машины, потому что я был дальше. Это у меня считается. Так, да. У Димки тоже таха считается. Это не считается, потому что GTA-шно. И Bentley. Окей, у меня первая есть, вторая Ferrari, а третья это GTA-шно. Да ты что это такое? Это Renault Twingo, что ли? Блин, а что, она нормально? Нет? 150? Ну, я не знаю, выбор, конечно, максимально неочевидный, потому что... Давайте возьму Renault Twingo, а еще нет-то, поугараем. Ребят, поехали. Маленькая Реношка против Бентли. Посмотрим, кто же будет дальше в этом раунде. Разгоняемся. Ой, тихо-тихо-тихо, осторожненько. Окей, нет шансов. Ну, 800, 900, что? Какая скорость? 920. 960, братан. Полетел. Обгоняю Бентли, да, или ну... нет? Подожди, пока не обгоняю. Нет, пока не обгоняю.
лечу около тебя, но ты будешь дальше, скорее всего. Ребята, вопрос в приземлении больше. Ты на стройке падаешь, получается, или перелетаешь ее? На стройку прям. Блин, а я, ребята, вот падаю, получается, на шоссе. Фура, уйди! А, я не доеду. Блин, прикиньте, чуть-чуть не хватило. Короче, Димка запарковался. Вот ты на крыше или ты вниз упал где-то? А, я внизу. А, вот чуть Димка, да. Первого здания. Около мусорки запарковался. Ладно, идем дальше. У моего друга есть для тебя новость. Кстати, кроме компьютерных игр, я часто играю в мобильные. И одна из моих самых любимых игр — это One State. One State — это бесплатная мобильная онлайн-игра, действие которой происходит в Лос-Анджелесе. Здесь можно почувствовать себя полицейским, бандитом, бизнесменом или обычным работягой. В игре безграничные возможности для развития персонажа и совместной игры с друзьями. Кстати, недавно я узнал, что каждому игроку в игре дают бесплатный бизнес с высоким заработком. В игре очень красивая графика, зайди и зацени сам. Скачивай игру по ссылочке из описания к этому ролику и вводи промокод Донни, который даст тебе 10 тысяч долларов для быстрого старта и развития на One State. Жду тебя в игре. Продолжаем, я делаю себе 3, Димка делает себе 2. А, наоборот, Димка делает себе 3, я делаю себе 2. Смотрите, байки считаются, на байки экстра балла не ставят, но на байках можно реально загладить в воду. Это плохо для меня. У меня первая это вот такая тачка, вторая, блин, тут две прям раздутые какие-то машины непонятные. 140 и 170, вы что, угораете? Бери 170. Блин, пацаны, сейчас я реально могу 2 балла проиграть, и Димка меня обгонит по общим баллам, потому что пока 2-1 в мою пользу, но, короче, поехали, посмотрим. Что-то мне кажется, летели, что это вообще сейчас плохо будет. Ну, 600, 700, 800. Да, он будет гладить. Ну, конечно, будет, это же байк. 900, 1000. 960, короче, и я полетел. Я лечу. Я лечу. Офигеть, я полетел куда-то странно как-то максимально. А, можно какой-то бассейн мне? Я помню, записывал сердцом, я падал в бассейн 3 раза просто к ряду, понимаешь? Пролетая, как бы проигрывая места. Охреново гладит. Реально? Да. Давай! Бамс. Мне в озеро надо. Так, ну... Я вижу фонтан, но не доеду. Блин, а ты где, покажи? В озеро лечу. Не-не-не, только не в озеро. Только не в озеро. Не, озеро будет. Да не, дядь, это озеро. Озеро будет, это зараза. Озеро. 2 балла Димки. Конечно, глайд такой странный максимально, но... 2 балла Димки в этом раунде. Это получается 3-2 в пользу Димана сейчас. Капец. Плохо дело. Ладно, давай, Димон, делай себе 3. Давай. Так. Давай. Опять! Хонда. И Кадиллак. Еще одна у тебя. И вот это тоже, это нифига себе тачка так-то. Да мне все равно, я беру ее. Ну ладно, у меня первая, вторая. FXXK хорошая, но вроде да. Очень надеюсь на это, ребята, потому что пробиваю максималку. А можно этого не делать, у меня же есть пробивашка в плане шифта. Короче, поехали, Димон. Ну, я не знаю, давай, что получится, но... ё-моё, это дрифт какой-то. Что за дрифт, блин? Нормально вылетел. Что за дрифт? Поехали. Какая скорость? Что, у меня скорость 590. У меня скорость, ребята, 1500. Я полетел, цепанулся сильно. 1500? Да. Я теперь летаю. А ты где? Он не гладит. Ты врезался, все, встал? Эта шняга не гладит. Серьезно? Это хорошо. Ну я это падаю очень... в городе, да. Ребят, есть шанс. Ну, короче, балл, видимо, мой. Да, и надо как-то... даже нету никакого озера, я ничего не могу сделать. Надо постараться доехать до воды, но это очень, ребята, тяжело. Очень большое расстояние до воды, чтобы доехать. Реально очень большое расстояние, поэтому... Осторожненько. Бамс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну не, ребята, я так не доеду. Я так не доеду. Ему у меня колесо аж через крышу пролезло. Покажи себя. Где ты находишься? Вот, а, я понял. Мой балл 3-3 по общим баллам получается. И сразу новый раунд. Сразу новые тачки. Давай, Димон, ты себе 2 делай. Ты же любишь делать как-то быстренько крутые тачки. О, опа, вторая так-то хорошая, ребята, мы ее знаем. Будет новый экстрабалл сейчас. А у меня... Не, братан, у меня будет экстрабалл сейчас. Ах ты, формула еще, что? И вот это, чекать, у всех почти 300 будет. 288.
250 и Hennessy 336, ребята. Беру себе Hennessy Venom, ребята. Это имба, реально. Это имба имбушная, поэтому я беру себе ее. Пробиваю максималку, чтобы не упиралась, потому что в GTA максималка, которая упирается, ну, игра сама по себе, это 1500 км/ч. Если пробить ее, то машина поедет, ну, как бы, не упрется в эту максималку. Поэтому поехали, смотрим, проверяем. 1000 есть? 500, 600, 700, 800, 900, 1100, 200, 300. Короче, не сильно я пробил, но пробил. А, на 1500 было, почти 1600 было. Ты как-то 1400. Ты как будто догоняешь меня, нет? Или что? Да. А ты как-то что ли прямо летишь? А, что? Эй! Ты как так сделал, фуфел? Охренеть, меня Димка-то облетел. Просто фирмы. Просто как сумасшедший меня Димка облетел. Не, ну это капец. Димка меня реально обогнал. Я сейчас. Я еще в воду сейчас упаду. Какую тебе нахрен воду? Не, ребят, я не поставил экстрабал. Хотя под... Окей. Это, ребята, челлендж. Поехали по накату. Поехали по накатику, давай. Да! Ты что, заорал? Что у тебя произошло? Чтобы ты понимал, я ударился прямо четко в дерево и... У меня была большая скорость, я мог очень хорошо отлететь. Да? Но я остался в воде. Брат, она по накату ей только нужна, ну, хотя бы хоть какой-то спуск вниз, чуть-чуть, ну, пожалуйста. Она бы поехала. Она бы поехала. 3, 4, 5. Она разгоняется. 8, 7, 6, 5 скорость, 4. Нет, поехали, пожалуйста, не останавливайся, поехали. Тормози. Она, ребят, сама едет. 3, нет, ну по накату же вниз идем. 3, скорость. А, все, встало. Блин, не, так обидно, покажи себя. Где у нас? Ты еще вот и в здесь, воде. В воде, да. Ой, блин, жесть какая-то. Ладно, это баллы. 2 балла тебе, 6-4 счет. Просто знаешь, что вот, ну просто, ну как вот тебе вот, ну как ты вот? Ну, у меня сейчас ну, нет просто, пачки, реально. Поэтому. Да. О, ну, есть. Да, там есть. Такой. А я себе пока сделаю. Первая это Лего, господи. А вторая. Возможно, формулу брать стоило, я не знаю, но Rolls, ребята, не поедет. Короче, беру себе эту тачку. Ну, а у тебя имбовая, слушай. Так, ладно, поехали, конечно, посмотрим. Дядь. Это еще поехали. Плюс 2 балла. Какие 2? Завязывай. Я в воду целиться буду. Ну, не, ребят. Меня, кажется, тачка цепляется. Сейчас, ребята, я прибавляю прямую силу ему, возможно, это поможет мне как-то. Но сейчас проверим, сейчас посмотрим, разгоняемся, смотрим. Если будет сейчас летать, ребят, во время спуска, то буду менять. Хотя скорость очень крутая. А, има, я мог даже... Так, стоп, я все понял. Я не пробил максималку, поэтому я это... Я максималку не пробил, поэтому я сейчас пробиваю максималку, где она тут находится у нас. А, пробиваю максималку, потому что я, ребят, поехал намного быстрее, чем мог бы. Но я уперся, поэтому... Ай, у меня очень сильно удар. Где ты упал? Да, в каньоне. В каньоне? Ну, который первый. Какой первый? Подожди, не понял я. Сейчас увидишь. А, все, понял. Но у меня была скорость 1700, что ты понимал? Не, я тебя обгоняю, реально, на самом деле. То есть балл-то я заработаю, но вопрос, один или же больше? Да один, конечно. Не, я, наверное... Единственное, если варик упасть сейчас в этот вот, ребята, каньон, да, и съехать вниз опять-таки. Хотя, кажется, я падаю ровно в воду, слушай. Ровно такое ощущение. Ай-яй-яй-яй-яй, давай ровно, прям но... какое-нибудь дерево. Нет, просто конченная история, блин. Ладно, это пока мой балл, просто идем дальше. Короче, последний раунд, ребята, это будет что-то с чем-то, потому что получается счет 6-4, но экстра балл пока мой. Да, но... Ой, какая ламба интересная. Ой-ой-ой-ой. Ну, ламба так-то ничего. У меня 3 тачки, да поехали. Фигу. Первая, вторая. Блин, и что взять? А, ну вроде бы X6, ребята, неплохой, поэтому я его и беру. X6 неплохо. Я пробиваю максималку. Так, мне, я думаю, что прижимная сила здесь мне не нужна, поэтому я, да, она пока выключена. Короче, поехали, давай, ребята. Ламба и BMW X6. Посмотрим, проверим. Какая скорость? 700, 800.
обгоняешь. Да, неплохая. Полторашка есть, я полетел. 850. Ребят, это последний раунд на сегодня уже у нас, поэтому... ну, это получается, скорее всего, как бы по твоим словам все понимать правильно. Если ты в воду не упадешь, то это мой балл, это будет 6-5 и экстра балл мой еще. То есть будет как бы ничья у нас. Это, в принципе, неплохо. Нет, потому я в воду что... не падаю. Потому что вроде бы два раза в воду падал, да, сегодня, если не ошибаюсь? Да, два раза я в воду падал, поэтому я ни разу. Поэтому очень важно было балл отыграть. Поэтому бамс, да, и я, один раз я поехал. Да, да. Поэтому, ну, я запарковался. Все, ты где у нас, получается, находишься? На магистрали. А, я понял, да. Ну, ребят, да, в этом случае просто мой балл. И по общим баллам счет 6-6. Друзья, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Это очень важно. Всем удачки и всем пока. Пока-пока.